Всем привет! Мы находимся в Байкленде на Можайском шоссе, и сегодня мы поговорим про туристические сумки Givi. Зачем они нужны, куда они крепятся, об этом по порядку. Перед нами модель ST603. Чем она примечательна? Во-первых, эту сумку можно забрать с собой. Она оснащена системой TankLock. На мотоцикл устанавливается вот такого размера кронштейн. И дальше просто защелкиваем сумку и ставим ее на место. Отличительные черты этой сумки. Она, во-первых, раскладывается. Здесь есть волшебная молния. Для удобства я ее сниму. Чтобы у вас влезло как можно больше вещей. Больше вещей. Еще больше вещей. Все ваши документы, фото-видеотехника, косметичка для жены. Отличный вариант. Дальше. Маленький карман под карточки, скипасы, документы и прочее. Карман, куда можно положить телефон, и вы сможете спокойно его использовать как навигатор и не бояться, что он промокнет. Она легкая, компактная, и всегда ее можно вести с собой. Также есть специальный отдел под провод зарядки. Еще здесь есть замечательный отдел с сеткой, куда вы можете еще напихать вещей. А самое главное, что само крепление TankLock идет в комплекте. Вам останется только купить подготовку именно под ваш мотоцикл, под вашу разболтовку. А самое главное, что жесткий каркас сумки не позволит ей деформироваться при длинных перегонах. И также ей не страшен ни ветер, ни дождь. Но если вы не хотите заморачиваться системой TankLock, у нас есть другое решение. Тепленькое, свеженькое. Универсальная сумка Givi, которую можно просто прикрепить куда угодно. Ведь ее еще никто не открывал. Что мы здесь видим? Она на магнитах. Вот здесь два больших магнита, вы их сейчас видите. Для того, чтобы крепиться на бак. Антискользящее покрытие, которое не позволит ей убежать при длинных перегонах. Она меньше. Она не раскладывается. Но в принципе, места в ней достаточно много. Ну, то есть ботинок 48 размера, наверное, сюда не запихну, но попробовать стоит. Также здесь есть дождевик и дополнительные стропы, чтобы закрепить ее в любой точке мотоцикла, где вам удобно. Очень хорошее туристическое решение, а самое главное, что когда она вам не нужна на мотоцикле, либо вы боитесь, что ее украдут, вы просто ее взяли и унесли, либо прицепили себе на ногу. Рассказывать о популярности сумок Givi смысла не стоит, ими и так пользуется каждый второй мотоциклист. И совсем скоро на канале у нас появится видео про вот эту маленькую замечательную туристическую сумку, в которую влезает реально маленькая квартира или хорошая переноска для кота. Но это будет в следующем ролике. А на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч!